Итак, дорогие друзья, сегодня 21 число, на улице немного шумно, а я хочу вам показать, или точнее сделать обзор на клубнику, которая продается 21 декабря 2019 года. Но мы же, конечно, приехали и в первую очередь дорвались до клубники. Клубника оказалась очень вкусной, но давайте поподробнее. В общем, куплена она была на рынке, цена ее составила 20 фунтов за килограмм. Эта уже клубника постояла в холодильнике. Можно было купить клубнику и за 15 фунтов, но это оказалось, как мне кажется, немножко получше. В общем, в чем ее особенность? Ранее, конечно, мы покупали клубнику. Напоминает нам вкус. Он не такой четкий, яркий, насыщенный, но он вкусный. Клубника сладкая, где-то процентов на 50 от того, что у нас. Ну и одновременно вкус ее довольно четкий, яркий, насыщенный. Она уже постояла в холодильнике. Начинает, конечно, портиться, поэтому давайте попробуем. Очень приятная клубничная кислинка. У нас такой тоже довольно много. В общем, почему я об этом говорю? Потому что эта клубника, напоминает клубнику. Ранее мы брали ее здесь, и она, немножко, скажем так, как будто, не знаю, невкусная, короче. Не картонная, слабый вкус, клубнику напоминает. А здесь реально вкуснейшая клубника. В общем, если раньше я клубнику добавлял йогурт, или йогурт добавлял клубнику, и даже немножко сахара, то эта клубника, декабрь месяц, очень неплохая. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого, то есть кто где живет, и у кого какая была цена клубники в сезон, в их регионе или в их городе. Спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.